Заждались-то. Ага, сейчас там. Ждут тебя, не дождутся. Примут просто. Даже так. А подержать? Зачем? Сейчас он упадет, и мы не выйдем. Давай. Ну, а здесь уже не так безопасненько. Там слева мигало что-то на полу. Угу. Можно посмотреть тогда в коридоре, наверное, кто там сейчас у нас. Аккуратненько только. Странно, мне казалось, оттуда звук. Там и бегуны, и щелкун. А вдалеке я там не вижу еще один щелкун, по-моему. Да. Ага. Ходячий, бродячий. Так это этот вышел. Ага. Как бы так. О, идет второй. Нет? Я такое не понимаю. Вот сейчас надо подходить, пока не щелкает. А сейчас будет щелкать, наверное. Как меня видишь? Там вон бегун ходит, это вон. Я понимаю. Надо было сейчас подкрадываться. Может, не успеть. И за угол уходи сразу. А то он сейчас обратно может пойти. Так, получается, тут у нас бегун. Один. Бегун. Вот это вот. Два бегуна, получается, и там вдалеке щелкун. Стой. Осторожно. Я думаю, потом соберем, да? Или сейчас? Ладно. Они тут рядом ходят, гады. Щелкунчик. Ну да, да. А где-то еще бегун должен так быть. Так вот же, слева. Это он, да? Да, да.
То есть его, по идее, можно попробовать грохнуть. Да. Надо, наверное, из двери стоит давить. Либо бегуна завалить, он там поймать в углу. А бегун может его увидеть именно, что? Он вроде не вертится. Ну смотри. Ты к нам, что ли? Он по кругу, я думаю, ходит тут. А, нет, смотри, пошел обратно. Дина! О, взяла меня, застопила тут просто. А вот теперь что делать? Вопрос. Надо было подбираться к нему. Пока он там ходил. Сейчас обратно пойдет, да? Ну, я думаю, да, надо его ловить тут. Так, ты же не ко мне? Тебе. Ага, и обратно. Понятно. Сижу, жду пока. Может, бегуна тогда пока? Прибить. Мне с ним передвигаться очень неудобно. Он постоянно это... Ну, тут вроде расстояние позволяет. Ну, так. Мне приходится очень медленно двигаться просто при нем. Ну, ладно. Вот он сейчас, смотри, пойдет, да, за шкаф, вот за этот валяющийся. А тебе с левой стороны, наверное, лучше обойти его, да? Да-да-да. Да, возможно. Сейчас делает свое грязное дело. Вот, все. Залавливай. Хорошо. Чего? Поиск противников. Я даже не обратил внимания, что там написано было. Я ей могу приказы какие-то отдать или что? Странно. Я даже не понял, что там загорелось. Все, она последняя, что ли? Ну, конкретно тут, да. Может, дальше где-то еще будут. Здание-то большое. О, слышишь? Нет, там еще справа кто-то есть, да. Кто там? Ты успел разглядеть? А. Бегун. Ой, захват можно было сделать. Слаб себе представляю, как бы это выглядело через коробку. Все? Скажите, что все. Похоже, нет. Ну, Дина такая. Это все? А, отлично. Вроде все. Да. Мы молодцы. Пойдем за бензином. Да. Я думала, тут прям много будет. Присяжным? Наверное, прикольно. Садишься, изучаешь улики, гадаешь, не врут ли тебе. Я бы с ножом за 5 минут управилась. Точно бы сказала, врут или нет. Ого, круто. Здесь я вроде ничего не видел. Дверь закрыта? Нет, пока не идем туда.
Здесь по-любому мы туда пройдем, и на нас это завалится, и мы не выйдем уже сюда. Обожаю вот эти, конечно, проходы в этой игре. В одну сторону? Угу. Тут-то забирал? Честно говоря, не понимаю, почему Naughty Dog до сих пор так делает. Во всех играх у них такая фигня. Ну, чтобы скрипты не ломались. Мало ли. Ну, блин, уже 2020-й. Я все собрал, что ли? Вот с тобой где-то это всегда не работает. Ты мыслишь не очень стандартно, поэтому... А там позади. Ты эту комнату не осматривал, вот эту. Почему? Я только что... Нет, не эту, вот по коридору, которая. Вот сюда ты не ходил вообще. А. А, ну тут... Мы пришли же отсюда, нет? Меня сюда пришли. Мы вот в эту комнату пришли. Да? Вот отсюда. А, точно. Я начала говорить, что ты действуешь обычно не очень стандартно, поэтому у тебя, как правило, все ломается. Не так, как задумали разработчики. Все происходит. Вот это вот от таких сделано. Да здесь ломаться-то нечему. Не важно. Поможешь мне? Сейчас. Сейчас так... Ага. Шкаф покатился. Такие, вау, ура, к нам гости. Нет? Ну, даже терпимо. Когда-нибудь бывала в суде? Не-а. Хочешь сказать, ты в Бостоне ни на чем не попадалась? Конечно, попадалась. Но в суд меня ни разу не водили. Там как бы наверху вон проход есть. Вот вангуем мы сегодня откровенно плохо. В плане? Ну, что, не запланируем, ничего не происходит. Тряпочка. Ну, не то, чтобы мы прямо расстраиваемся из-за этого. Ты это... Убери в карман. Поплюй. На нее. Да. Я могу прокачать. Подожди, я не прокачивал ускорение аптечек разве? Я хотел и забыл, что ли? Я не помню, странно. А выше что? Первое самое. Где? Вот это. А, ты вот это точно прокачивал, а вот да. Аптечки я не помню. Я прям даже помню, то есть момент, когда ты качал первый навык. Вот это вот вкусно, конечно, наверное, изготовление дымовых бомб. Светошумовые бомбы выпускают дымовую завесу, препятствующую обзору противника. Против людей, наверное, неплохо, да и этих. Ну, против этих не очень, она будет их привлекать заодно. Ну вот, пусть будет. Тут было какое-то побоище. Подожди.
парковка. Бензин там, так ведь? Так говорилось в записке. Ну, тогда спускаемся. А где спуск-то был? Нам нужно вот эти номера запоминать? Я не знаю. Давай посмотрим, что там за побоище было. Ну да, тут явно что-то было. Что-то было. Бенни, Вов побеждает. Город падет со дня на день. Если ты не уйдешь из Федра, я не смогу тебя защитить. Раньше я хоть как-то понимала, почему ты за них держишься. Но после бойни на четверговом рынке ты не имеешь никакого права называть нас заблудшими убийцами. Эти люди всего лишь хотели добыть еду для своих родных. А приказ об изгнании за подстрекательство? Это же фактически смертный приговор. Послушай, у тебя еще есть время. Я готова за тебя поручиться. Жду тебя в пятницу к 2 в кафе Ростон. Одного. Пожалуйста, приходи. Понимаю, это страшно, но другого выхода нет. Твоя подруга Сандра. Ну, сами напросились. Пусто. Нам, возможно, видимо... это как раз и есть спуск, вот куда ты сейчас да. подходил. Лифт-то не работает. Вот я вот знал, что там где-то что-то должно быть. А, во. Так, подожди. Это не лифт. А, это вот эта комната? Да. Ну-ка, давай-ка. Давай. Смотреть. Разбивай. Этот, похоже, застрелился. Сейф. Что набирать будем? Не знаю, пока давай посмотрим. А вот, пожалуйста. Напоминаем, все предметы, изъятые у подозреваемых, следует помещать в хранилище код 860722. А, ну ладно. Ух ты. Ого. Мачете, хотя у тебя топор. Может пригодиться. Этот не сам. Они бы еще не заменяли? Да. Так. Что там? Он был командиром Федра или типа того. А, Вов их теснили. Они пытались отступить. Сколько же их, если они даже военных перебили? Они звери, им не нужно брать числом. Надо быть осторожнее. Надо действовать по уму. Ладно, Джесси. Я же дверь ей открыл. Или нет? Открыл. Открыл. Чего она там, да, там стоит, бормочет, а не здесь? Ну, я не буду эту записочку зачитывать. Она, в принципе, озвучила большую часть. Точнее, необходимую информацию. Так, еще что-то. Это что? Известные агитаторы ВОВ. Ниже перечисленные лица являются приоритетными целями любых контртеррористических операций. Какая-то Эмма Паттерсон, Джейсон Паттерсон, Маркус Уилсон, Айзек Диксон, этого мы знаем. Убийство служащего Федора, терроризм, подстрекательство, Хьюго Гонзалес, Эллисон Коул. В отсутствие Паттерсонов и Санчеса место главной цели занял Диксон.
Стоп. Там перевернуть можно было. Дина, ты где? Почему ты со мной разговариваешь? А тебя ждет там. Около лифта. Ждет она меня там. Откуда она знает, что мы тут что-то осматриваем тогда? Так, а что там? Напоминание. Все предметы, изъятые у подозреваемых, помещать в хранилище. Угу. Все, что ли? Нет, место для чего? Спирт? Или нет. Вода? Так, вода, похоже. Спирт, он как в бутылках из-под алкоголя. Просто бутылка пустая, похоже. Да хватит. Что? Не надо. Так, ну что... Какая-то молодец. Осторожно. Хотела смотреть наверху, сначала, ну ладно, случайно упал. О. Да, конечно. Ух ты! Ой, еще! И еще! Бежать надо или стрелять? Ого! Все. Там еще бегут. Осторожно! Идет. Тихо. Щелкуны. Все, что ли? Хватит тратить патроны. Господи. Вроде всех уложили. Ого. Солдаты даже не успели свалить из гаража. Черт. Пойдем искать бензин. О, еще. Ну ладно, все не так плохо вышло. Тут обратно никак не залезешь. Единственное только, я думал, что они все на нас будут бежать, а они, оказывается, там новые, которые прибегали, они не знали, где мы находимся. То есть можно было, если бы я не высовывался, то дальше можно было бы, наверное, постелиться даже, да. А что они там под водой делали? В смысле под водой? Ну вот вставали из-под воды. Разве они из-под воды вставали? Мне показалось, да. По-моему, они откуда-то прибегали. Вот я буду монтировать и обязательно посмотрю.
Подожди. А, вот он. Да, смотри сначала тут. Да, по-моему, все. Кирпич. А с чего они взяли, что солдаты не успели уйти? На нас как раз солдаты нападали? Я не знаю, не обратил внимания даже. Кто там был? Да фиг поймешь, кто это. Это вроде... А, ну хотя... Да непонятно. Военная это форма или что? Ну вот это военная. Ну да. Тогда, наверное, именно так и определили. И? Погоди. Тут есть бензин. Надо же, повезло. Смотри, не сглазь. Пол стакана нацедил там. Нас ждут те ворота с граффити. По-моему, они нас еще не ждут. У нас же еще вроде одно место должно быть. Или туда попасть как раз можно только через те ворота. Дина. Мне кажется, да. Что это было сейчас? Я не знаю. Отлично, детка. Спасибо. Платва, привет. Так, они... ворота. Постоянно вот такие вот вещи всякие, открывающиеся, закрывающиеся, так неаккуратно как-то делают, я не знаю, опасно прям. Ну вот сейчас они более-менее аккуратно сделали. До низа там практически. Опустили, а потом уже... Это да, но... грохнули. Вот. Я же говорю, то есть нам, по идее, еще ВОВ надо закрывать. А, нет, даже это на той стороне. Это все, то есть, получается, мы здесь все осмотрели? Ну, наверное, предположительно. Теперь все. Нам только к воротам идти, получается, остается. Ой, как меня смущают эти квадраты пустые. Да, есть такое. Я вот, Саша, уже говорила, там бы просто, я не знаю, вычеркивали, как разрушенные, помечать как осмотренные, я не знаю. Ты там как, нормально? Скучаешь по дому? Немножко. А ты? Плохо жить без крыши над головой. Знаешь, я всегда мечтала поселиться на ферме. В пригороде Джексона. Чем тебе город не нравится? Не знаю. Я люблю открытые пространства. Это же тоска. Только если живешь одна. Ну-ну. И мы будем, типа, растить овец, доить коров. Ты надо мной стебешься? Нет. Это и в самом деле было бы мило. Правда? Да, правда. Ну, устроили себе приключения. Мы так их и не нашли. Слушай, это большой город. Мы пока толком не искали. Да, я понимаю. Думала, хоть один попадется. Это куда? Я просто посмотреть. То есть здесь мы тоже как бы осматривали, и подняться мы тут никак не можем, да? Вроде нет. Ну да. Ну хорошо, пошли за ворота.